Я завершаю свою спортивную карьеру. Это решение для меня обдуманное и... Конечно же, нелегкое. Определенности и конкретных планов на данный момент у меня сейчас нет. Во-первых, хотелось бы немножечко отдохнуть от такого бешеного, сумасшедшего ритма, в котором я жила с 6-летнего возраста. Что касаемо Нади, заявления Нади Скардина о завершении карьеры, это были абсолютно обособленные решения. На сегодняшний день я чувствую, что это решение для меня верное. И очень надеюсь, что в том числе и президент страны, как и все мои болельщики, отнесутся к этому решению с пониманием. Я решила, что для меня это могло бы быть достаточно сложным, недостаточно, а очень сложным периодом, когда я мучилась бы сама, мучилась бы своего ребенка, и не факт, что на таком фоне возможно было бы показать тот результат, который хотелось бы. Перед пресс-конференцией я лично с ним не общалась, но, конечно, он в курсе. Я постаралась оповестить всех людей, кто тем или иным образом близок к моей спортивной карьере. Конечно, я буду скучать по всему этому биатлонному действу, по соревновательному такому азарту, но понимаю, что все-таки сегодня я принимаю правильное для себя решение. Ну, если честно, я вообще даже не могла и мечтать о всех результатах, которых удалось достичь. Да, я завершаю свою спортивную карьеру с очень хорошими ощущениями. Конечно, можно возвращаться на какие-то соревнования, где что-то пошло не так, но в общем и целом я, конечно, очень довольна тем, как все для меня складывалось. Спасибо еще раз всей стране за то, что действительно это была для меня огромная гордость, огромная честь. И невероятно приятно было ощущать, когда ты пересекаешь финишную черту с белорусским флагом. Невероятно приятно было понимать, что это действительно. Ты побеждаешь не одна, это вся страна сейчас ликует, побеждает. Спасибо.